Сегодня мы с вами в аэропорту Солнечный города Красноярска, где катают на небольших самолетах. Вот так вот выглядит вид аэропорта со стороны дороги. Попробуем зайти и посмотреть, что там внутри. Сейчас пилот посадил самолет. Мы с вами посмотрим, что и как выглядит внутри. Вот так выглядит аэропорт, аэродром Солнечный. Такие самолеты стоят. Андрей, они сейчас запускаться будут, да? Да, сейчас будут запускаться, рулить и взлетать. Можно снять процесс? Можно, да. С курилочки. Да можно вон прямо до полосы дойти, вместе прогуляться. Красота вообще. Даже не думал, что здесь аэропорт. А на Ми-2 летают? На Ми-2 нет. Мне разрешили снять взлет, поэтому я прям рвусь в взлетной полосе, чтобы снять взлет. Вот он, маленький самолетик.
Нет, тряпочные обычные. Я думал, а тут баннеры. Вот это американский самолет с огромными колесами. Не рассказывай. Пошли, пойдем. Перчатки возьми. А нам самим открыть? Мауи называется самолет. Вот его название самолетика. О, это же колеса у него. Че себе резина? Аляска. Made in USA. Че себе, вот это крутизна, конечно. Какое все игрушечное. А часы наши, да, стоят, которые время меряют? Такой вот маленький самолетик. Это аэропракт. Он красивый. А вот это у него так вот внутри. Так вот внутри у него. Сидушки. Кабина. Шасси. Такие красивые самолеты стоят в этом аэропорту. На этой аэродромной площадке. Вот такие они самолетики, на которых можно прокатиться в Красноярске.